просто на речку, на устье Уды, на исток вернее. И сейчас попрем. Время, конечно, деньги, но надо дальше и дальше. Вот начинается уже экстрим. Водитель забирается в кабину, другого пути нет, так как тут везде вода. Ну, давайте, ребята. Сейчас левое колесо засадит. Будем трюкать его опять. Оказывается, на речке бывают какие заломы. Им надо нам проезжать. И нигде, вон до самого того берега все. Вот ребята трудятся. Пытаются залом как-то заложить. Ну и сейчас будем двигаться дальше. Очередную преграду. Опа! Оборвался трос. Сдаем опять назад. Преодоление трудного участка пути. Делать что-то.
рыбачки. А вот это наша речка Зе, такая вот махонька-махонька. Там толички. Километров 70. До истока осталось. Ну, опять рыбак лежит, опять толики. Вот так устали наши друзья, товарищи, на рыбалке. Солнышко припекает, хорошо. Поспать на речке лучше нет процесса. Все время мы старались рыбачить на ямах на толике или выше толика, а на обратном пути решили остановиться ниже толика. И чем закончилась наша остановка, хочу предложить вам посмотреть. Рыбку поснимай, плещется, видишь? Все, обурили, распугали все. Распугали. Следующую пробурили, надо опять вперед бежать. Рыка, какой красавец! Вот таких нельзя поближе. Да я и сам возьму. Ах, смотри. Посмотри, эх, не сорвался. А таких ловить красота! Вот поймал линька Сергей Нагаев. Место оказалось очень красивым.
Некоторые даже ловили с одной лунки, и, как видите, удачно. Владимир Васильевич отличился. Хоть это было редко, но один приятно. Пока за корейдом ходит, другой вытягивает. Отличился наш вездеходчик Женя. Не надо. Там надо было снять. О, ты посмотри, что делается. Так, ну ладно, хватит. Корреспондент. О, экземпляр. Сторон, пустой, всех подряд, ну, чтобы не видно было. И кто? А вы, о, орите, вот сади. А, нет, потому что я вытащил. Кто поймает, орите, чтобы засняли. Это Георгич наловил тут. Чё, снимаешь, что ли? Ой, так ты скажи, где камера? Он Женя вытаскивает. Сейчас я подожди. Александр, добрый. Только аккуратненько, все главное. Ну, один все равно обрывает, конечно. Что-то сглазит. И накиньте меня. Все, отрубило. Не любят съемок. Сейчас я начну. Кто бы только упускал, успевал сейчас. Слушай, интересно, кто там пришел? Разогнал. Там лебок, здоровенный. Да? Я поехал, что какой-то говнюк. Есть. А у меня нету. Сейчас я линка буду, что-то мне. Вот, смотри, Леночка, видишь, что скажет. Ты снимай народ, ты что ты на меня тут ставился? Я уже не рыбачу. Я переходил. Снимай, снимай. Вот поймал Роман Ломакин очередную рыбку. Все успели поймать в этот раз. Крупным планом снять. Пожалуйста, не садись.
Вот ты пришел, еще испугал, блядь. Ой, блядь, отпусти его. Ты на сковородке его отпускать будешь, когда тебе Лена Григорьевна пожарит, а ты его жарать, отпусти его. Обычно он не маленький. Ты хоть такие бы поймал. А как ты на уделе ков драл? Уточью! Василич, ты уйди! Я не вижу твоего. Место занял, а меня это зашипа не вижу. Не говори! Он сел на первый право сниматься! У Кузьменки уже полмешка рыбы. Вот так вот. Один он нас всех заменяет. Так, попробуем посчитать. Раз, два. Это идет наш улкиткан Александр Дашкевич. Это его инициатива забраться в эти места. Вот так вот. Приятная преемственность. Отец, сын Ломакины. Как в золоте, так и на рыбалке. Роман уже не отстает от отца. Вот отличился и Сергей Лохин. Поймал своего очередного линка. Молодец. А приятнее всех... Сергей Григорьевич тут оторвался. В конце нашей рыбалки... Оторвался. О, не говори, а. Удивил Иннокентий Григорьевич Бянкин. Видишь, какие красавцы, да? Его линок оказался самым крупным, который он сейчас вытащил. О, какой хрена! Вот, не держи! Вот это красавец!
Вот это дает! Вот это красавец, ребята! Ну это вообще... А я вот этот... Ну смотри, ну это же вообще... Молодец!